Здравствуйте, зовут меня Юрий. До Нового года осталось совсем немножко времени. Вот, купили кижуча. Сейчас будем делать малосольную рыбу к Новому году. Очень вкусная рыба получается. Делал не один раз. Делал и лосось. Но форель не пойдет, она такая мягковатая. Вот лосось, там кижуч. Ну, киту можно также сделать. Думаю, самый раз пойдет. Для этого нам понадобится рецепт, забыл сказать, такой скандинавской засолки. Вот. Для засолки нам понадобится ягоды можжевельника, немножко лимончика, соль, сахар, черный перец и коньячок. Вот. Для начала нам нужно ягоды можжевельника раздавить. Берем мы кижуча наши вот такие подсолные кусочки, посыпаем 2 чайные ложки у меня десертной соли, 1 чайную ложку сахара, я взял тростниковый, он нам придаст пикантного вкуса, посыпаем немножко черным перцем. Сбрызгиваем пару капелек лимончика. Добавляем пару ягодок раздавленного можжевельника нашего. И сверху льем столовую ложку коньяка. Так вот на рыбку. И все это аккуратненько заворачиваем в фольгу, чтобы ничего у нас не вытекло, плотненько вот так вот, таким вот образом. Вот. Таким вот образом складываем в тарелочку и в холодильник ставим. Через недельку можно будет уже есть. Будет рыбка офигенная, прям сказка. Так вот завернули все в фольгу, потом стрейч пленку и убираем все в холодильник на неделю. Ну что, наша рыбка 4 дня провела в холодильнике, просолилась, я думаю, уже можно есть. Сейчас откроем, попробуем, скажем, что у нас получилось. Там специи у нас были тут, такая красненькая. Вот, красивая рыбка. Отрежем кусочек. Запах просто прелесть. Прям такая. Чуть-чуть можжевельничка, лимончика, прям великолепный запах. На вкус нежная такая. Нежная малосольная рыбка. Прям супер, супер закусочка, наверное, будет. Такая вот. Сделайте к Новому году такую рыбку, однозначно не пожалеете, просто великолепно получилось, быстро,
прям супер. Не забываем подписываться. Если нравится, не нравится, писать комментарии. Приятного аппетита!